За тушеночкой. Тушенку взять. Тут автомат поставили. С автомата? Ну. Тушенка дома кончилась. Удобно, рядом в соседнем доме живу. В магазин, чтобы не идти. Удобно, потому что рядышком. Ох, классно. Как это работает-то? Приложите банковскую карту. Откройте дверцу. Хорошо, прикладываем. Считано. Жду карту. Жду карту. Он не работает, что ли? Не работает автомат? Раз. Ну, я не знаю, что-то не работает. Нет, первый раз. Мне просто вот сказали, что поставили, удобно. Я просто рядом живу, тут с работы. Так... Работал, да? Не, ну так-то удобненько. Сейчас возьмем, кстати. Ну, написано, приложите банковскую карту. Жду карту, пишет. Вот я прикладываю. Он пищит. Ошибка чтения карты. Ну, как так? О! Он даже разговаривает. Отлично. Открываем двери. Что надо сделать? Поднесите штрих-код товара к сканеру. Так, лосятина. Это что, цены такие? Косули, нифига себе. Так, каша гречневая, каша пирог, говядина тушеная. Во. Так, лосятина. Это что, цены такие? Косули, нифига себе. Так, каша гречневая, каша пирог, говядина тушеная. Во. Сканер. Всего один товар на сумму. 249 рублей. Всего два товара на сумму. Две баночки тушенки берем. Семья большая. Так. Закройте холодильник. Завершите. Номер телефона. Оплата прошла. Отлично. Теперь есть тушенка, удобно. И на втором этаже бы еще магазинчик мясничего открыли, вообще было бы супер. И за мяском сразу брать. Не надо до супермаркета ездить. Спасибо. Всего доброго. Начало еще будет, да? Конечно. Ну все, ладно, отлично.